и смотрите, чем я занимаюсь в такой день замечательный. Мой розмаринчик растет. Я сегодня приготовила пирожки. Это из картофеля, это из грибов, это тоже из картофеля. И в духовке кое-что. А в духовке сейчас посмотрю, что у меня. Уже одна партия выключилась, да? Знаете, что я приготовила? О, какая Светлана! Это у меня, знаете что? Сейчас оно все еще не готово. И это у меня испанак. Бюрек испанак. Не, почему так? Это, наверное, от муки. Ну, в принципе, знаете, в чем дело? Я не помазала яйцом. Думала, вот эти бюреки яйцом не надо мазать. Мы же несколько раз всегда отдавали в пекарню. Поэтому, мои дорогие, я сейчас делаю большую температуру. Мне кажется, надо сделать побольше температуру, не 180. И они сейчас зажарятся у меня, будут красивые. А потом я помазала кое-что яйцом. Вот чем занимается Светлана. Ну, а также слушаю мой курс нейроколор. Повторяю, постоянно я прослушиваю повторение. Повторение, мать учения. У меня такой сегодня был порядок, а сейчас просто как после бомбежки моя кухня. Все, пойду убирать и буду ждать Ашкема. Для него это сюрприз. Кстати, посмотрите, какие красивые часики мне купил Ашкем. Как раз для кухни. Вот. Нравится вам? Пишите в комментариях, нравится или нет. Какая вкуснота вышла. А сейчас Ашкем говорит. Ашкем, сен и черинде лимон лусукой. Масло нормально? Сюрприз сделала для мужа. Он очень обрадовался. Здесь смотрите, какой сюрприз у меня. Такой голодный пришел. Я его вдруг удивила. Видите? Сейчас низ. Низ печется. Потому что... видите, как вышло? Этот противень закрыл все тепло, не пропустил его. Поэтому вверх, сейчас вниз жарится. И вот. А вот и я, мои дорогие, 4 часа я сегодня готовила. 5 часов я пришла на кухню, что-то бахнуло. Мой муж такой доволен, кушает, не знает что. Больше всего ему понравился с испанаком. Ну, грибы, конечно, для любителя сейчас. Хотя грибы он кушает, картошка у меня. Что-то... Ну вот мы все кушаем и кушаем. Вкусные такие действительно, картошечки. Они не вредные, знаете почему? Потому что они сверху. Держи. Я еще и айран приготовила. Вот с айраном прям супер все. Смотрите. Какие пирожки. Какая я молодец. Он вот вообще не ожидал. Меньше всех осталось вот. Еды нашки, Цули? А? Смотрит новости. Чок бейни дильми? Сюрпризы. Как он уж мьор диль кисты, кисмишлер о юзде. Я говорю, он не разговаривает, ему язык отрезали. Диль кисты. Наш Мавиш нас удивляет. Он спит и разговаривает. Такой сладкий у нас мальчик. Всем привет, мои дорогие. Поздравляю вас с китайским Новым годом. Выбежала сама. Одна. У мужа сейчас выборы. Да, после выборов скажу, что за выборы. Пока не хочу говорить заранее, поэтому я решила выбежать на часик, на два. Походить по набережной. Сегодня же надо загадывать желание. Хочу там почитать книжку. Взяла кофеек с собой. Может, встречу подружек. Шоколадкой выпьем кофеек. Друзья мои, такое состояние. Посмотрите, какое солнце у нас. Боже ты мой!
Ну как же будет плохое состояние и настроение, а? Летать хочется, летать, порхать. Думала, что ничего не буду делать, все равно там повозилась, чуть-чуть убрала. После Мавиши очень много мусора появляется. Пыль вот эта постоянная. Я вчера очень много дел делаю. Я всегда очень много дел делаю. Вы знаете, у меня нет ни выходных, и ни праздников. Наверное, это плохо, но оно так и есть. Я такой человек, то если есть дело, надо работать. У меня цель сейчас победить в соревнованиях, поехать снова на конференцию в Турцию в мае месяце. Ну вот я и работаю, мои дорогие. Ну, другие планы. А потом поехать в Грузию, привезти своих внуков ко мне сюда. Ой, боже, обнять мамочку, побыть там. С Эндером планируем. Цели намерили. Намеревали цели. Поставили цели и идем к этим целям. Ну, если что-то будет интересно, я вам сниму. Иду, слушаю музыку. Как только включаю камеру, все прекращается. Такая музыка хорошая, такая замечательная. Друзья мои, смотрите, как много народа у нас здесь. А я думаю, где бы мне сесть? Мне нужно сесть, чтобы облокотиться и погрузиться в себя. Пойду туда. Хотела на камнях, но на камнях не будет комфортно мне. Поэтому я хочу вот прям посидеть, мне нужно. Не на лавочке, не нигде, а вот просто сесть. Где-то пойду туда, под елочкой, под деревцем. Хотела написать свои 100 желаний. Но не получилось. Из-за чего? Потому что здесь так отвлекают. Раздражители внешние. Дети разговаривают, невозможно сосредоточиться. Ну, конечно, тут все собрались развлекаться, а не погружаться в себя, как я. Еще недовольная, скажи, пришла, приперлась. Поэтому я довольная, решила этим заняться дома, а сейчас почитаю. Сейчас кофе выпью. Может, мой муж подойдет тоже. Но все равно хорошо, да, на солнце жарко. Боюсь раздеваться, вроде бы дует, и вроде бы солнышко. И 21 градус, мои дорогие. Вот. Такие у нас новости. Все на улице, вот в Турции. Люди умеют отдыхать. Воскресенье, все воскресенье. Вот. Многим странам стоит поучиться. Люби себя у турков. Вот правильно. Вот приветствую. Молодцы, молодцы, турки. Любимая моя Турция. Всем привет, мои дорогие. Сегодня у нас такая весна в разгаре. Помыла слегка балкон. То есть сильно не вымывала, потому что будет одно и то же. Вон там, вот видите, темные пятна. Этого не стоит делать. Потом я до места сам помою, когда наступит лето. Но все-таки цветочки все помыла. Помыла холодильник, чищу. Муж пошел за покупками на базар. Прекрасное настроение, прекрасная погода. Желаю вам всего самого хорошего, самое главное. Мои дорогие друзья, мирного вам неба. Всем добрый вечер и снова ужин у нас. А на ужин, знаете что, у нас хамса. Вот как жарить хамсу 1 килограмм за... Сколько там у меня? Есть такое видео, наберите. Как быстро все, поштучно прожарено. Но я сделала, пожарила, естественно, в наименьшем количестве масла растительного, как могла. Здесь у меня потушенные овощи на газу делала. Баклажан и кабачок. Лук, помидор. Любимые овощи моего мужа. Шучу, конечно, он ненавидит это. Ну и салат рока. Тере, редиска. Вот у нас такой ужин, друзья мои. Сегодня понедельник, базарный день. Я сегодня занималась уборкой.
холодильником, чистила, все блестило холодильник, потому что у нас почти все закончилось. И мы сделали очень большую закупку. Мой муж сделал, я дома сидела, я занималась делами, так как у меня сейчас достаточно работы. Вот видите, сзади, на заднем плане тут одно распаковывают, другое запаковываю. Вот сейчас будем кушать с мужем. Замечательная погода, 21 градус, просто можно обалдеть. Так, мои дорогие друзья, сегодня закупочки. Ашкин купил целый вот литр такой. Я все почистила, так классно все. Убрала все вот эти полочки, закупочки. Вот, что только не купил мой муж. И брокколи, и цветную капусту, и такую капусту. И киви, и бурак, и морковь, все там лежит, и огурцы, помидоры. Все сегодня закупил Ашкым, пополненный. Вот киви тоже у нас есть, надо, кстати, достать, чтобы мы покушали. Вот, такие у нас закупочки, так приятно, окно открыто. Я сегодня помыла свой балкон, вот здесь у нас... Эти, Португал, здесь вот мой балкон, вся в рыбе провонялась я, вот такая замечательная у нас погода, чуть-чуть прохладно. Друзья, мне кажется, что весна наступила, посмотрите, завтра будет чудесная погода. Я занимаюсь делами, домом, хозяйством, уборкой. Обожаю свой дом, просто обожаю. Бывает такое, что не хочется выходить, но надо. Но завтра встречусь я с девочками своими. А так у меня, спасибо Богу, Вселенной, новые партнеры появляются. Люди с каждым днем понимают тему инвестирования и жалеют, что они не сделали этот шаг и не приняли решение год назад. А сейчас все возвращаются. Ну что, добро пожаловать в мою команду, будем развиваться. Я сейчас очень сильно развиваюсь в криптомире. Как купить крипту, как сделать наиболее выгодно для вас покупку. Я для своих партнеров придумаю самый подходящий вариант. Так что жду вас в мою команду. Сейчас закрываем, потому что Мавиш... Посмотрите, какие мне цветочки подарил мой Ашкым, как пахнет летом. А Мавиш, Мавиш, как ждет его. Ждет его, хочет выйти. Наш мальчик. Приветчик, макастерум, я ушак ларенерда сейс. Где вы? Меня оставили, я с этой рыбой вожусь. Кертен? Эвет? Иссыр. Эвет, Иссырашка. Эвет, Мавиш. Иссыр. Наш мальчик. А, Ашкым Гильди. Мавиш, видите хвост его? Герл. Белок. Мазгер, герл. Чок акыл, анес чок. Чок акыл, бенем Ашкым. Чок акыл. Чок, чок. Как мы его любим. Чок савиорус. Эвет уч, Мавиш уч, Мавиш. Вот, друзья мои, хочу порадоваться, показать вам рисунки. Вот смотрите, я сегодня убрала уже от Мавиша такой бардак. Для моей подружки рисовала, вчера для себя. Такой был китайский Новый год. Нужно было рисовать на увеличение моего заработка вдвое. Такие красивые алгоритмы я уже рисую. Да, а это мои заработки, увеличение в крипто. Вот развитие мое. Я так довольна, что я узнала об этом. Все сама. А это треугольники, есть такой алгоритм. Вот, треугольники есть вовнутрь, есть извне. Вот такими делами я занимаюсь. Ну, а это очень красивые рисунки. Очень красивые рисунки. На снижение болезни. Вот, мои дорогие друзья.
Такая красота. Многие из вас, смотря мои видео, познакомились с нейрографикой. Вы правильно сделали. Это будет скоро всем известно. Кто-то раньше не понимал, а кто-то уже давно фиячит. Вот, красота такая. Надеюсь, вам очень понравилось. И вот наш Мавиш прилетел. Чики-чики, Мавиш! Ты когда будешь разговаривать? Когда? Видите, обратно сел. Мой сладкий. Иди сюда, иди, иди, иди ко мне. Иди, иди, мой халюсь. Вы смотрите, какой у меня мальчик. Халюси, Мавиш. Вот, Мавишок наш. Иди сюда, иди, иди. Давай, кусай, кусай. Кусай, кусай. Кусай. Мавиш, посмотри, какие у меня цветочки. Муж подарил. Ашкем, Негюзель, Мавиш, Мавиш, чики-чики. Как он любит его, как он его любит. Тосковал без него. Посмотрите, какая любовь у попугайчиков. Они умеют целоваться, оказывается. Скучает. Встреча на Эльбе. Любит мальчик, любит и злится иногда. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.